Дорогие друзья, привет! Я хочу сказать Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо Иисус мог оставить свои дома не только для себя, но и для нас, чтобы показать Богу, что мы любим Его. Ибо явился мой ангел и сказал, что у тебя родится Сын Божий, дабы назовете имя Ему Иисус. Ибо и Он лежал в пенах, и мой Иосиф радовался. Дорогие друзья, пусть Бог вам даст радость и мир с Богом.